Здравия желаю. Тут вот многие, значит, говорят, что то, что я делаю, это бред. То есть не понимают, что выигрыш идет во времени. Для этого я вам сейчас покажу, как это все происходит. Вот смотрите. У меня вот прищепки. Наглядно покажу. Вот тут. У меня, значит, на двигателе я ставлю вот на этом. 0,1 секунды работает. 0,4 секунды. 0,4 секунды. Ток не поступает с этого счетчика. Так. Чтобы это понять, вот наглядно смотрим. Вот смотрите. Вот прищепки, вот 5 прищепок. Отложим. 5. Две красные, это у нас будет это самое. И вот что получается. Вот смотрите внимательно. Вот я взял прищепку. То есть ток взял. Мотор. И положил сюда. Так, вот одна прищепка. Так, видно, да? Дальше. В это время я положил вторую прищепку. Вот. В этот. В батарею. У меня батарея заряжается. Этот больше со счетчика. Ну вот, допустим, счетчик вот. Изолента это счетчик вот. Изолента счетчик. Со счетчика не берет. Вот она лежит. Он спит в это время. Спит. Со счетчика он не берет, спит. А я в это время ложу сюда вторую прищепку. У меня же 0,4 секунды. Третью прищепку. И четвертую прищепку. Видите? И тогда, когда я положил, тогда он берет вот. Еще одну прищепку берет. А я вот сейчас уберу. Он взял еще одну, две. А я еще, значит, ложу одну, две, три, четыре, пять даже. У меня же-то выход-то тоже идет. То есть я 5 положил. И там было 5, 10, а здесь 2 уже. И так вот постоянно, вот еще раз. Здесь вот взял третью. Эти убираю. А здесь вот вложу в счетчик. Это ток, как бы, прищепка. Вот. Раз положил ток. А здесь ничего не делает. Здесь выключено, вот, счетчик выключен. Реле отключило питание. Две. Три. Четыре. 5 штук положил. То есть получается уже здесь 3, а здесь уже 15 в батарейке. В этом суть. А почему? А если делать так вот, не отключая, что выходит? Со счетчика берем прищепку одну. Вот одну. А вторую сюда. Как бы. Но счетчик считает еще одну. Он 2 считает, а я одну только положил. Видите как? Он считает, и эту посчитал, и вот эту посчитал. Вот как сделано. Потому что это цепь соединенная. Цепь соединенная вместе. А когда я это самое разделил, вот реле. Реле разделил. То у меня получается, что я показывал. Еще раз показываю. Так. Вот я со счетчиком взял одну прищепку. Вторую сюда положил. То есть две прищепки. И все, я не беру, две прищепки взял. Вот две. А в это время здесь, а одна сюда вернулась. Сюда я ее взял. Вот. Две сразу, со счетчика. Одна сюда вернулась. Вот она, батарейку. Одна осталась. А здесь уже я не беру.
4 десятых секунды я не беру. Я ложу еще вторую, 1 десятую секунду, третью 2 десятых секунды и четвертую 3 десятых секунды и пятую 4 десятых секунды. Видите, что получилось? Здесь 5 прищепок, а здесь только одна взята. А если без реле, вот что получится. Здесь 2 взял, а здесь 1 только положил. Опять 2 взял, 1 положил. Потому что не разрывается цепь. Я считаю вместе. Вот это вот многие не понимают. То есть я вам показал принцип работы на прищепках.